архив немецкого художника Кристиан Вильгельм фон Фабер-Дюфор, блаттер-листы из моего портфеля в ходе кампании 1812 года, часть 2. Этот архив примечателен тем, что художник служил офицером в качестве лейтенанта в 25-й дивизии подразделения Вюртемберга 3-го корпуса Наполеона Гранд-Арме, участвовал во французском вторжении в Россию, которое он и проиллюстрировал своими эскизами, как прогрессировало вторжение войск Наполеона в Россию. Также интересна судьба этого человека, впоследствии этот художник стал генералом. Архив состоит из 101 гравюры. В связи с тем, что архив очень уникален, было принято решение его разделить на 5 частей. Такое решение вызвано желанием показать гравюры подробней.